Я иду усталый, мои ноги. Пред собой я вижу три пути. Три пути, три дальние дороги. Но не знаю, по какой идти. Дороги, три пути. Три дороги, три пути. Я иду устали, мои ноги. Это, смотрите, здесь бомбежка не был. Это не немцы оставили, это уже наше время. Вот такой дорога на Жуковку идет. Здесь чуть замазать и нормально быть. Мы счастливы были бы, ой. Нам, во-первых, автобус туда три раза всего заходит, туда вот. Вот туда, далеко. Вот сами видите, какая дорога. Поэтому три раза заходит, больше сюда не заходит. Пешком ходить туда-сюда и все. Вот дорога. Вот смотрите, теперь дорога идет. Вот эта дорога идет к Керченской переправе. Вот рядышком, видите? Направо завернул. Это дом. Это улица. И поехали. Вот нас ведет Тайсон вперед. Там дальше везде находится железная дорога, переправа, охраняемая, все нормально, там очень такие большие, есть решетка, колючка, все как надо. Вот это наверх идет на маяк дорога. Это такую дорогу здесь идет, потом бетон кончается, здесь же есть такой грунтовая дорога, тоже ехать можно. Большого провала нет здесь. Только новые и лучшие. Вот решетка, все здесь сделано полностью. Охрана. Есть ли свет в конце тоннеля? Кто-то нажмет на курок, кто-то будет расстрелян. Кто-то себя нашел, кто-то давно потерян. Кто-то любит безумно, кто-то любовь не ценит. Для кого-то ценность это Армани и Дольче. Кто-то воет по-волчьи, в лохмотьях мир топчет. Кто-то жрет фуа-гра на яхте в океане. Кто-то гибнет от дистрофии в странах океане. Кто-то думает, как просадить миллион. Кто-то думает, как дочек купить нутрилон. Ну и где же гармония, где же этот свет? Глаза к небу за ответом, а ответа нет. В общем, чтоб не сойти из пути, брадер, делай вещи. Жизнь волчья тропа, зубы должны быть как клещи. Если по ней идешь, то должен скалиться. Вот таким макаром попадаем сюда. Выхожу один я на дорожку. В другую сторону переправы. Сквозь туман я вижу три пути. Люди, помогите, подскажите, по какой дорожке мне идти? Это собирается сделать еще один такой. Люди, помогите, подскажите. Вот пока ехать сюда не надо, здесь очень грязно пока. Машины, видите, раздолбали. Только джипик проедет, наверное. А когда подсохнет, запросто можно ходить. Вот уже переправа.
лоцманский катер, капитан Черемных. Здесь люди приезжают, ставят машину и жарят себе шашлык спокойно. Еще тень здесь хорошо есть, если жарко, тепло. А туда идет, вот на рыбалку пошли. Бичков всегда можно поймать. Хоть немножко, но поймать можно. Вот такой булыжный мостовой сохранился. Вечная дорога, понимаешь. Это Херсонская экспедиция. Потом специально сделаю осмотр его. Уточка драпает. Вода грязная, мутная. После ветров всегда такая бывает. Море мелководное, пролив тем более. Вот так здесь забрасывается ветром вот эти вот водоросли. Где я тоже знаю, здесь десяток мест, здесь залезть можно без проблем и поймать там, ну, много не поймаешь здесь, ну, десятка три можно поймать, десяток кошкам всегда можно поймать, погода когда тепло. Вот даже один рыбак стоит, ловит. Вот сейчас посмотрим, чего поймал. Тащит, интересно. Вот большой бичок поймал. Молодец. Вот еще дырка попадания, сделана еще при украинских пограничников, когда здесь запрещенный был заход, там ворота были закрытые. Вот такую дырку сделали ребята здесь. И заходили по тропинке прямо сюда. И ходили. Ходили на рыбалку. Называется это камушки. Волнорез, ну, называют камушки. Вот видите, здесь шашлык-машлык делают.